Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info, а перед нами Samsung Galaxy M52 5G. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить автоисправление текста. Для того, чтобы это сделать, нам нужно зайти в настройки нашего телефона, в настройках пролистать вниз до пункта «Общие настройки» и здесь выбрать «Настройка клавиатуры Samsung». Дальше мы видим здесь автозамена, мы можем ее включить или выключить для каждого из языков. На данном моменте мы будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.